уроженцы, гости города, дорогие наши ветераны. Разрешите от имени Совета Бавлинского муниципального района, Бавлинского городского совета, исполнительных комитетов района города и от себя лично поздравить вас с праздником весны и труда. Ежегодно приходят в наши дома 1 мая, как яркая и радостная примета долгожданной весны, символизирующая для всех нас добро и созидание, олицетворяющая сплоченность и справедливость, объединяющая всех нас общим стремлением к миру, стабильности и согласию. Этот праздник одинаково любим всеми поколениями. Для старших поколений он традиционно символизирует солидарность трудящихся. Для молодых – обновление и светлые надежды. Наше общее стремление достойно трудиться, жить в мире и согласии служит надежным фундаментом для благополучия наших жителей. А общие достижения делают жизнь лучше и создают уверенность в завтрашнем дне. Мы по праву гордимся тем, что сегодня наша республика входит в число наиболее динамично развивающихся субъектов Российской Федерации. Высокая гражданская ответственность и деловая активность бавлинцев способствуют проведению экономических и социальных реформ, направленных на достижение общей цели – процветания нашей республики и бавлинского народа. Трудовые успехи, сохранение общественно-политической стабильности, упрочнение межнационального мира и межконфессионального согласия, формирование комфортной среды проживания и повышение качества жизни в нашем общем доме – результат повседневной работы рабочих и инженеров, строителей и врачей, учителей и хлеборобов, людей самых разных важных профессий. Работая в одной команде, стремясь к единой цели, мы вместе создаем наше будущее и настоящее. Бавлинский район всегда славился талантливыми, трудолюбивыми людьми, которые вносят свой вклад в социально-экономическое развитие района, республики и страны. Сегодня на бавлинской земле трудится более 8 тысяч человек. В дебе стабильного развития Бавлинского района мы с благодарностью продолжаем традиции наших ветеранов, чьи трудовыми достижениями гордимся и по сей день. Возлагаем большие надежды на нашу молодежь, которая активно и успешно осваивает новые профессии, внедряет современные технологии в производство. Выражаю глубокую признательность ветеранам труда и всем, кто сегодня достойно работает на благо района, принимает активное участие в его общественной и социальной жизни. Уверен, что созидательный труд бавлинцев во имя общих целей сделает Бавлинский род нашей общей гордостью. Эти дни особенно важны для наших земледельцев. От того, насколько успешно будет организована посевная кампания, во многом зависит жизнь не только на селе, но и в городе, в республике в целом. Но бавлинцы умеют работать, и это вселяет уверенность в будущее. Огромное всем вам спасибо за добросовестный труд и искреннюю любовь к нашей малой родине. Уважаемые бавлинцы, пусть ваш труд всегда будет востребован, оценен по достоинству и приносит вам удовлетворение и благополучие. От всей души желаю вам доброго здоровья, счастья, светлого весеннего настроения, теплоты, умиротворения и новых трудовых свершений. С праздником! Берёлем!